Несколько лет назад старые друзья провели незабываемые выходные. А помните, мы приезжали сюда, чтобы пыхнуть? Что такое пыхнуть? Ну, это когда очень хочется мороженого. Тогда я хочу пыхнуть, а я хочу упыхаться, а я хочу шоколадку пыхнуть. Этим летом... Я так рада, что мы переехали. Это идеальное место для семейной жизни. Они возвращаются в свой родной город. Одну минутку. Открой окно. Сам открывай. Ради будущего детей. Трудно представить, чтобы в Лос-Анджелесе дети ездили в школу на велосипеде. Да уж, слава богу, здесь нет психов. Как ты стал копом после всего того, что мы вытворяли? Руки вверх. А теперь танцуйте, как будто нет никаких проблем. Скажите йоу. Йоу. Просто не верится, что мы прыгали отсюда. Эй, это территория братства, Капа — это Сигма. Спокойно, девочки. Знаете, есть нормальное приветствие, которое выглядит так. Рад тебя видеть. Как поживаешь? Отлично, спасибо. Пора сваливать. Прыгайте. Голыми. Неудачники. Адам Сэндлер. Крис Рок. Дэвид Спейд. И Кевин Джеймс. Я как будто был в тебе. Одноклассники 2. Тебе понравится. Девушки, нам нужна мойка с большим количеством пены. Ребят, это ваши клиенты. А что происходит? Кажется, сегодня мой день. Ваша машина такая грязная. С 12 июля